сейчас мы с тобой решим вкусную задачу. Бабушка сварила 18 литров варенья и разлила его в 2-литровые банки. Сколько банок использовала бабушка? Внимание, еще один раз читаю условия задачи. Бабушка сварила 18 литров варенья и разлила его в 2-литровые банки. Сколько банок израсходовала или использовала бабушка? Речь идет о варенье. Всего варенье сварили 18 литров варенья. Разлили в банки, в 2-литровые. Значит, одна банка 2 литра. Сколько банок использовала бабушка? Сколько банок? Неизвестно. Нам нужно ответим на вопрос задачи. Рассуждаем. Всего 18 литров разлили по 2 литра в каждую банку. Это значит, что 18 литров разделили по 2 литра. Разделили – это и есть действие деления. Для этого мы должны число 18 разделить на число 2. Это число 9. 9 банок использовала бабушка. Если ты сомневаешься, можешь проверить решение задачи. В 9 банок по 2 литра войдет 18 литров варенья. То есть проверить деление всегда можно умножением. Если 9, умножим на 2 и получим число 18. 18 соответствует условию задачи, значит, мы правильно решили задачу. Ответ. Проверку убираем. Запишем ответ. Бабушка использовала 9 банок. Напишем 9 банок использовали. Ответ задачи получен, задача решена.